Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 73-м году ушла из жизни бразильская актриса, писатель, продюсер, журналист, модель, телеведущая, предприниматель и психолог Мила Мореира, Мила Морейра. Одна из первых бразильянок, получивших статус топ-модели. Она начала появляться на подиумах Бразилии и других стран в 1960-х годах и на протяжении 11 лет была эксклюзивной манекенщицей фабрики Родия. Ее лицо украшало обложки модных журналов и прочих изданий о моде. В 28 лет создала свое модельное агентство в Рио-де-Жанейро вместе с фотографом Триполи и его женой, тоже манекенщицей Ули. Но так как создатели агентства ничего не понимали в бизнесе, а модели раньше никогда не работали с агентствами, успеха не было. После этого был брак с инженером, закончившийся разводом. Через некоторое время Мила Морейра переехала в Нью-Йорк, где работала ресепшионисткой в бразильском банке. Потом вернулась в Бразилию, работала на телеканале Бандейрантес, ассистентом художественного режиссера в программе Шакриньи, затем прошла пробы на Глоба. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.